год подряд «Локомотив» не сможет переиграть «Амкар» у себя дома. Хотя атакуют железнодорожники. Ой-ой-ой, опасный штрафной зарабатывает «Локомотив». Накликал я тут беду для пермской команды. До ворот 16-17 метров. Свободный удар показывает, будут бить железнодорожники. Игорь Егоров. Вверх поднятая рука именно это символизирует. Ну что ж, это шанс. Не такой, конечно, 150% шанс, какой был у Сычева на 84-й минуте. Но это тоже отличная возможность, чтобы забить победный гол и прервать неприятную для себя статистику взаимоотношений с Амкаром здесь, в Черкизове. У мяча Вагнер, у мяча Асатиани, у мяча Денвинги. Поднятая рука вверх. Смотрим. Вагнер ушел. Сычев будет бить. Ну что, по-моему, Локомотив сам не знает, что он хочет. Сычев! Удар! Гол! 1-0! Локомотив вырывает победу Амкара! 1-0! И Дмитрий Сычев! Вот это да! Вот это да! Михаил! Не знаю, поверишь ли ты, я с трудом тебя слышу. Ты с трудом меня слышишь? Да я сам уже себя не слышу. Все-таки любая серия рано или поздно заканчивается. И Дмитрий Сычев прошивает руки Игоря Усминского. Ну, достаточно спокойно на все это взирает Рашид Рахимов. Но вот он футбол, вот он футбол. Сычев, по-моему, уже плачет. Семин уже танцует. Локомотив... Стадион беснуется, болельщики обнимаются, целуются, все довольны. Ну а пермские это, болельщики понятное конечно, дело все. Смотрим, это развязка, да? По Тарантино, да? Да, это вам от заката. Ой-ой-ой! Просто. Вот знаешь, из героя встречи Усминский превращается в антигероя. Мяч проходит над его руками. Ну и удар Сычева, конечно, блестящий. 90-я минута, 93-я минута становится счастливой для железнодорожников. Понуро опустив головы, футболисты Амкара покидают поле, а игроки Локомотива дружно бросились обнимать Дмитрия Сычева. Тут еще и запасные, и Владимир Маминов, все пошли обнимать Дмитрия Сычева. 11-й гол в сезоне он забивает, а расстроенный Игорь Усминский присел на колено своей вратарской. Можно понять разочарование его. Ну что ж, какая эмоционально у нас вышла концовка. Сычев и Гильермо сейчас обнимаются, Асатиани. В общем, праздник, карнавал, фестиваль у Локомотива. Именно такой, наверное, должен был получиться последний домашний матч железнодорожника в этом сезоне. Миша, я передаю тебе слово.